за то, что вы нашли время прийти сюда, в этот зал. Нашли время посидеть, побывать вместе со мной, посочувствовать, погрустить с русской народной песней. Ведь русская народная песня – это частица русской души, богатой, широкой, распахнутой настежь. И я очень признательна вам. Обычно приходят в этом зале проходят органные вечера, вечера классической и академической музыки. Сегодня здесь стоит ее величество русская песня. Я очень благодарна вам за это. Я говорю вам добро пожаловать, здравствуйте, добрый вечер. Чтобы об этом знали и всегда помнили. Творчество вам, пусть.
Bye.
и печальная, но всеми нами, я, наверное, не ошибусь, если скажу всеми, любимая Татьяна Кошелева. Которой сегодня замечательный юбилей, 25 лет ее творческой деятельности. И мы от всей души поздравляем ее с этим огромным событием. Оно еще совпало и с днем рождения Татьяны. Итак, для вас споет лауреат Всероссийского конкурса, лауреат первой премии Всероссийского конкурса, заслуженная артистка России, доцент кафедры сольного пения Нижегородской консерватории Татьяна Кошелева. Thank you.
защитников Отечества. И всем мужчинам, сидящим в этом зале, мы посвящаем песню «Таганрог». Thank you.
нас 35 рук. Да. Поднимите, пожалуйста. Спасибо вам. Да. Мы вам желаем еще раз долгие годы творческого подъема, успеха, чтобы еще долгие годы ваш чудесный, великолепный голос и ваше, которое ценит все средства, радовали душу ваших поклонников. Девичья песня.